Осмотрись вокруг. Похоже, это длинный дом Элдермана Бирстона. Почему тут пусто? Потому что ты уже все выхлебал? Проклятие. Хозяин из Бирстона еще хуже, чем лорд. Он не заслуживает такой жены, как Эстрид. Ну, конечно, Эдред. Твоя-то жена, как свинья в юбке. Моя Светорун славная женщина, болван. Отлично готовит. Трюфели везде учует. Если Бирстон скоро не вернется, на пол его дома прольется не только вино. Довольно, господа. Мы все уже устали ждать. Ведите себя достойно. Лорд. А, к нам явился воитель Дан. Я ищу Бирстона, элдермена этого Шира. Наш лорд в отъезде, но его жена, как обычно, принимает посетителей наверху. Будешь с ней говорить, передай, что Эль закончился. Стража прибежит, стоит мне крикнуть. Спокойно, леди. Я Эйвор из клана Ворона, и здесь по просьбе твоего мужа. Мало нам данов. Я Эстрид, жена лорда Эссекса. Полагаю, ты знаешь, что он в отъезде? Мне надоело разыскивать саксов. Твой муж похищен, пьян или сбежал? Он бродит в лесах, охотится, чтобы не думать о нуждах Эссекса и важных делах. Ты тут как раз из-за такого дела. Найду Бирстона, напомню ему об обязанностях. О, да, если найдешь. Он любит охотиться к юго-западу отсюда, в полях лаванды. Там много дичи. Надеюсь, его не съели. Я вернусь при любом исходе. Терпение добродетель, Эдред. Святые устали бы ждать, пока Бирстон вернется с охоты. Милая Эстрид, нам нужно обсудить неотложные дела.
Некогда зрелище, верно, было впечатляющее.
от Эдвард и Стэнгтон. Может, удача улыбнется тебе? Не открыть, только с той стороны. Подходи и выпей со мной. Давай сыграем в Орлок. Никто не сможет меня превзойти. Кто решится попробовать? Thank you.
меня жажда! Кто поможет?
И прими кару Божию, дьявол! Venite adoremus et ada talata merum. Вы молитесь тут? Нам нужно победить тварь в той пещере. Дьявола в людском обличии, что повелевает зверьем. Мы не раз видели, как он кормит диких зверей, говорит с ними. Ему послушны даже волки. Точно? Вы, христиане, приписываете дьяволу все, чего не понимаете. Птицы в этом лесу беспокойны и нападают на всех. Вчера лиса схватила дитя в колыбели. Не сомневайся, в той пещере сам козлоногий. Если он не выйдет сам, мы пойдем биться до конца. Будь осторожней! Не говори с ним! Или твою душу уже не спасти! Кто живет здесь, человек или зверь? Живешь с медведем. Неужто монахи были правы? Я дружу со зверями. Слышу их, они меня. Этого ранили, хотят ранить меня. Ты приказывал зверям напасть на людей? На тех, кто обидел моих друзей. Но детей я не трогал. В Кенте я видел человека, которого терзали лесные звери. И в итоге убили крысы. Он поплатился. Поймал волчицу ради шкуры. На сносях. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Ты лишь защищал тех, кого любишь. Позаботься о своем друге. А я проучу этих монахов. Не убивай! Не хочу! Напугай их! Помнишь, они боятся зверей! Ты убил дьявола? Или он искусил тебя? Ponte domino. Stuntan! Hutturum! Едвала! Ичем сик! Хозе шит! Эй, парас! Хула! Чувствую прилив сил. Не знаю, правду ли о тебе говорят, но я избавился от тех, кто мучил тебя. Я сразил всех, кто тебя ждал. Кровь за кровь. Придут другие. Так еще хуже. Мы с Эуин уйдем отсюда.
Я сделал все, что мог. Прощай и удачи. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Охота – дело хорошее, но как бы Элдермен сам не стал добычей. Повсюду кровь, дела плохие. Останки охотников. Судя по этому трупу, на них напал крупный зверь. Их застали врасплох во время ужина. На них напал зверь. Большой, смог убить даже лошадь. Эти следы оставил крупный зверь. На охотников напал крупный зверь. Или несколько. Надеюсь, Бирстон жив. Осмотрись, Сюнин. Бирстон! Отставай, клинок! Или пойдешь на ужин медведям! Отличный бой! Без твоей помощи я бы точно погиб! Благодарю тебя. Ты оказался здесь в час моей беды. Возможно, тебя послал сам Господь. Нет, Эстрид. Твоя жена и Тен Эссекса готовы оставить тебя без яиц. Как всегда. Можешь вернуться и сказать, что меня растерзали. Бедный Бирстон пал от лап медведя. И пусть зверь сядет на трон Эссекса. О, Эстрид, безусловно, предпочтет его мягкие лапы моим грубым ладоням. Так кто же ты? Наемник? Я Эйвор из клана Ворона. Ты намекал, что заключишь с нами союз в обмен на мою помощь. Да-да. Давай вернемся в Колчестер. Там я изложу свое дело. Оно весьма деликатно. Я рад, что ты откликнулся. Не думал, что ты столь искусный воин. Я успел вовремя. Ты потерял многих охотников. Славные были люди. Их похоронят с почестями, а о семьях позаботятся. Твоя потеха стоила людям жизни. Ты прав. И я горько сожалею об этом. Зачем ты позвал меня? Эйвор, ты веришь в истинную любовь? Я любил. Любил? А горела ли в сердце страсть, отдаваясь сладкой болью? Замирало ли дыхание? Мне хватает боли в бою, я не ищу ее в любви. А я жажду ее. Жажду побед в любовных схватках. Но в душе Эстрид лишь угли. Она холодна, как рыба. Как по мне, ей хватает огня. Она усмирила Тенов. О, они ее любят. Кое-кто излишне горячо. Был моим братом! Умри!
О, они ее любят. Кое-кто излишне горячо. Я же не смог стать ей заботой. Если меня узнают, будет плохо. В делах я безнадежен. Да и правитель из меня не лучше. Дракар слушается лишь сильной руки, Бирстон. Я бы предпочел видеть в своей руке лук. Ты выслеживаешь добычу, натягиваешь тетиву. Да, бремя власти тяготит. Так давай же скитаться по лесам, подобно волкам. Жизнь без забот. Охота и бой и пир. Я смотрю, ты настоящий поэт, Бирстон. Не бойся. Стражники не потревожат тебя, пока ты со мной. Поверь, меня мало что может потревожить. Вы возвели свой город на руинах другого? Нет, те, кто это строил, сгинули во тьме времен. Хижинам саксов не сравнится с таким. Я бы тоже хотел возвести прекрасный дворец с мозаикой и чудными садами. А что мешает? То же, что и многим. Мало денег, фантазий и таланта. А люди в Эссексе? Они счастливы? Не задумывался об этом. Наверное, да. Ну, надеюсь. Альфред считает, я как глупая курица. Хлопочу над яйцами, которые все равно съедят. Он вмешивается? Он не одобряет. И это гораздо хуже. О, смотри. Мы почти пришли. Эйвор, мы поговорим, когда я справлюсь с волками, что сидят у моих дверей. Может тебе... Готов помочь мне усмирить их недовольство? Выслушаем их. Я помогу с советом. Скажи, Бирстон, а кто это подле тебя? Советник. Он поможет Эссексу справиться с невзгодами. Итак, братья мои, Эдред, начнешь? Что тебя тревожит? Бирстон, ты никчемен. Не мог бы даже найти эльф в таверне. Люди Альфреда по всему Эссексу. Короля Альфреда. Хоть он и в своем праве, присутствие его воинов беспокоит. В самом сердце мороза стоит омелый побег. Силы зимы преисполнись. Значит, нам нужно не сдаваться. Да, точно. Не гнуться, как колосья под ветром. А ты, Вайет, что скажешь? Ты готовишься отмечать Ламмос? Как можно разбрасываться серебром, когда твой народ голодает? Пейте, ешьте, веселитесь. Пойте о славной смерти. Может, скоро придет наш черед. Мед и песня веселят дух. Мы не заслужили пира? Веселого празднества? Зима уже скоро. Так забудем о ней хотя бы на время. А ты, Алдрик, будешь тявкать так же, как Эдред? Я пекусь о прежнем, Бирстон, о Фирде. Если мы пошлем людей Альфреду, кто будет собирать урожай? Это защитники твоих земель. Они нужны тебе здесь, если близится война. Даны могут быть крайне опасны. С теми, кто не готов к союзу, придется драться. Или потерять все. Ну, я ответил на ваши вопросы. Бирстон, ты просто ничтожество. Позор, Шира. Позор. Точно. И вы все еще здесь? Пойдите прочь. Мне не до ваших склок. Наконец они унялись. Чудесно, Эйвор. Ты славно владеешь словом. Бирстон, рука должна быть тверда. Будь то на охоте или в правлении. Не поминай охоту. Меня так и тянет в леса. Бирстон, тебя ждет жена. Не боишься, что в твою постель ляжет другой мужчина? Ха. Она делает, что хочет. Как и я. Скоро ты все узнаешь. Ты совершил невозможное. Вернул моего гусака в птичник. Любовь моя, твой мрачный взор затмевает радость возвращения. Тены выпили подаренный аббатом эль.
Весь. О, как же мне пережить такое страшное несчастье? Если бы он смотрел на меня так же, как на свой лук, наше супружество было бы не столь тягостным. Так что вам от меня нужно? Эйвор, это вопрос не управления Широм, а чувств. Последние угли страсти между нами давно уже потухли. Мы хотим свободы, Эйвор. Я от жены, а она от Эссекса. Я скверно подхожу для такой задачи. Почему вам просто не разойтись? О, будь я из Данов. Вам развестись, что глотку перерезать. У нас все сложнее. Объясните, что вам нужно, и я помогу. И обойдитесь без поэзии. У нас была простая мысль. Заменить одну женщину другой. Мы наняли Дана, чтобы похитить меня и переправить на родину. Как видишь, ему это не удалось. Хотя с остальным он не оплошал. Кое-кто из норвежцев берет плату, но медлит с делом. Но я не нарушу слово. Может, похитим меня снова? Мы уже все придумали. Нужен лишь достойный доверия исполнитель. Это похищение должно пройти с шумом и на глазах у всех. Может, во время Ламоса? Когда все веселятся, а стражи не столь бдительны. Чтобы вернуть тебя на родину, нужен корабль. И капитан, готовый туда плыть. Попросим его? Я-то думал, он давно избегает бурь. Эйвор, ищи меня на рынке. Наших гостей можно утихомирить лишь едой и элем. Моя жена — чудесная хозяйка, Эйвор. Лишь ей под силу обуздать сварливых тенов. А кто та, другая? Нежный цветок. Моя Альфеда. Мы расстались 20 лет назад в Мелдоне, когда я взял в жены сей шиповник. 20 лет? Вы сможете разжечь былую страсть? Надеюсь. Ты раздуешь пламя. Найди ее, приведи в мой домик у озера и зажги костер. Я сразу приду. Кажется, она жила в доме на краю Мелдона. О, сколь нежна моя память о нем. Я исполню ваши просьбы. И пусть Фрейя благословит эту затею. Удачи тебе, Эйвор. Надеюсь, ты найдешь мою любезную, прекрасную Альфеду. С чего начать? Отправиться за Альфедой или встретиться со Стрит на рынке? Вот ты где! Сюда! Я пришел к тебе первый. Дело более срочное. Мое замужество ждет, пока ты его разорвешь. Не странно будет уплывать отсюда? Ты провела здесь полжизни. Да, но что я здесь оставлю? Лишь того, кого не люблю. И могилы двоих детей, что не прожили и дня.
Похищение в Ламос – хорошая мысль. Это праздник христиан? Да. Чудесный день благословения урожая. Время вина и фруктов, песен и танцев. У людей скоро помутятся умы и взоры. Очень кстати. А корабль, на котором ты поплывешь домой? Я нашла его. И отважного капитана. Идем, я вас познакомлю. Даны пытались похитить леди Эстрид. Я там был. Все видел. И кто этот капитан? Юноша 16 лет от роду. Отчаянный, как все, кто молод. Кто он, Сакс? Дан. Эадред говорит, вы грабители. И хотите отнять у нас Англию? Есть и такие. Но я пришел, чтобы найти здесь клочок земли. Не хочу домой к родным норвежским зимам. Норвегия. Она верно красива. Сурова, грозна. И холодна, как северные льды. Там застывает даже свет в небе. И по нему валькирии везут павших воинов на вечный пир. Да, вечный пир – это веселый конец. Нам сюда. Это же притон. Капитана зовут Хрольф. Ролла на франкском. Расскажи ему о нашем замысле и обещай все, что попросит. Его придется убеждать. Мы расстались не совсем друзьями. Я справлюсь, словами или силой. Будь готова, я подам сигнал во время Ламоса. Ролла! О, нет, я просто нищий монах. Мне больше нечего отдать. Тебе пришли, Ролла. О, это тот самый дикарь? Меня послала Эстрид. Что, правда? Прощальный подарок тому, кто славно ее отделал, а? Я пришел забрать тебя. Позже нельзя. Эй! Кто тут Ролла? Он нам нужен. Люди короля хотят задать ему пару вопросов. Нет, 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 нет! Постойте-ка. Что ж, прошу вас. Живо! Живо! Эй, как же я? Проклятые Даны! Открывайте! Прыгай! Ну! За мной! Мы не нашли твой лагерь, Дан. Эстрид права, ты отчаянный. И кто для тебя, Эстрид? Просто друг. Я Эйвор из клана Ворона. Судя по речи, из Норвегии. Прости за резкость. Эти саксы знали, где мой лагерь. Зря я оставил там своих воинов. Иди к ним, если должен. Но скажи, где тебя искать, нам нужно многое обсудить. К северо-востоку, у устья реки. Идем или встретимся там.
Не стоит привлекать внимание. Yeah.
заперта с той стороны. Почему моих людей связали? Скверное дело. Стольких моих воинов увели. А остальные перессорились. Им кажется, что среди вас предатель? Лорк и Герхельд со мной уже давно. Не хочу в них сомневаться, но мы потеряли людей и корабль. Если здесь предатель, беда грозит вам всем. Я поговорю с ними. Невиновным нечего скрывать. Хорошо. Пусть Локи не собьет тебя с верного пути. Ролло, пока ты пил и веселился, на нас напали саксы. А этих двоих здесь не было. Никто нас не предавал, Аке.
Герхельд, щит Дева, и мне сестра, а Лорк служил моему отцу. Кажется, саксы схватили не весь клан Ролла. Нужно поговорить с ними обоими и хорошенько осмотреть лагерь. Лорк, так? Что ты расскажешь? Хочешь меня послушать? Принеси кружку Эля, сядем и поговорим на равных. Или проваливай. Где ты был, когда пришли саксы? Охотился на кроликов, ясно? Сыт по горло морковкой да репой. Услыхал крик Герхельд, и тут началось. Ты хоть что-нибудь заметил? Герхельд болтала с каким-то саксом. Я не слышал о чем, но это не к добру. Из чего мне тебе верить? Может, ты спасаешь свою шкуру? Спроси ее. Говорит, что верна Ролла, но я знаю ее с детства. Она всегда была честолюбива. Давно ли ты служишь Ролла? Я дал клятву его отцу. И готов утирать Ролла сопли до смерти, коль придется. А если Ролла умрет, ты будешь свободен. Не устал от битв? Однажды я отправлюсь к Одину, но свою честь точно не запятнаю. На этом пока закончим. Герхельд, верно? Да, сестра Ролла по оружию. Я верно ему служила и не предавала его. Где ты была, когда напали саксы? На охоте. Здесь в округе водится жирная дичь, а нам нужно мясо. Кого поймала? Пару кроликов. Ролла их любит. Кто для тебя Ролла? Брат по оружию. Если Англия и та франкская ведьма не собьют его с пути, мы заслужили лучшего. Не пойму, кому ты завидуешь, Эстрид или Ролла? Тебе не понять, вороний клюв. Я пекусь о других данах. Я не предательница. Лорк сказал, что ты предательница. Он видел тебя с саксом. Лорк? Ты веришь этому старику? Годы лишили его сил и разума. Или он завидует. Решать тебе. Пока что все. Нужно найти то, что изобличит лжеца. Нет нужды охотиться. Мяса хватает. Ролло, пока ты пил и веселился, на нас напали саксы. А этих двоих здесь не было. Никто нас не предавал, Аке. Герхельд, щит Дева, и мне сестра, а Лорк служил моему отцу. Кажется, саксы схватили не весь клан Ролла. Здесь можно было спрятаться и переждать нападение саксов. Решение принято. Оба мне сказали, что охотились. На кроликов. Герхельд редко охотится. Она с детства скверно стреляет. Твоя сестра ревнует. Думает, ты променял своих людей на чужую постель. Она чистолюбива. Но поклялась на щите, что будет мне верна. Лорк видел ее с саксом. Она сказала, что у них любовь. А столько раз порицала меня за то, что сплю с Эстрид. Не думал, что она так лицемерна. Лорк сказал, что охотился, но у вас хватает кроликов. Зачем лгать, если ему нечего было скрывать? После твоей смерти он бы освободился от клятвы. Он стар и немощен, но верно служил моему отцу.
Я бы освободил его сам. Думаю, пока я узнал не все, что нужно. Лорк. Ты лжешь. В лагере полно забитой дичи. Точно хватит на несколько дней. Говорю же, охотился. Продолжишь лгать, предатель, и Ролла лишит тебя головы. Я спал в лесу, ясно? Услышал саксов и спрятался. В одиночку я бы с ними все равно не сладил. На этом пока закончим. Герхерт, поговорим снова? Ты лгунья. У вас достаточно мяса. А ты умнее, чем кажешься. Я встречалась с парнем из соседней деревни. Ни одному Ролла крутить шашни с местными. Пока что все. Ролла, пока ты пил и веселился, на нас напали саксы. А этих двоих здесь не было. Решение принято. Скажи, ты принял решение? Принял. Ну, говори. Больно делать выбор, но мне нужна правда. Тебя предала Герхельд. Нет, неправда. Ролла, умоляю. Позорная смерть на землях саксов. Предателям не место за столом в Вальгале. Она была завистлива. Осуждала любое мое решение. Здесь уже ничего не сделать. Но твои воины могут быть живы. Поможешь мне, когда освободим их? В Порт Уолтон есть лагерь саксов и пристань. Возможно, их отвели туда. Я вот всегда думал, что с ней что-то не так. Не смей так говорить. Мое сердце разбито. Лучше найди, чем заняться. Я слышал, к югу от Колчестера есть безопасное место. Отправимся туда. Ролла, мне жаль, что твои люди погибли. Спасибо, Эйвор. Мне есть о чем подумать в пути. Не стану тебе мешать.